20 июня церковь празднует память мученика Феодота Анкирского. Святой Феодот жил во второй половине III века в городе Анкире. У него была семья, а в городе святой Феодот был известен добротой нрава и благочестием. Он часто беседовал с язычниками, проповедуя им Господа Иисуса Христа. Многие из них обращались в христианство. Однажды в Анкире был очень плохой урожай, и многие жители испытывали нужду. Святой Феодот помогал христианам и другим нуждающимся из своих личных запасов. Во время правления императора Диоклетиана началось гонение на христиан. Некоторые из них бежали из столицы. Святой Феодот давал беглецам приют, но вскоре и в самой Анкире начались аресты христиан. Была схвачена родственница Феодота Текуса. В ее доме жили девушки-христианки, давшие обет девства. Все они предстали перед судом, но даже после истязаний отказались отречься от Христа. Все мученицы были казнены. Святой Феодот ночью забрал тела казненных и похоронил их. Когда правитель узнал, что тела христианок погребены, то приказал схватить Феодота. Святой смело исповедовал себя христианином, сказав, что готов последовать за Текусой. Правитель приказал мучить святого Феодота, а затем отсечь ему голову. Местные христиане стали совершать память святого Феодота, Текусы и пострадавших с нею мучениц в один день.